Радио Югра. Югра. Главное окружное радио. Доброе утро, друзья! Нас в письмах очень часто с Мариной спрашивают. Задают, в частности, два вопроса. Кто а писем же... пишут много. Писем пишут много до сих пор. Кто эти добрые и светлые люди, которые будят нас по утрам? И второй вопрос. Правда ли, что они приходят в домашних халатах на эфир? Отвечаем. Нет. Иногда они приходят совсем без халатов. А иногда и в шторках. Вот, иногда в шторках, да, как некоторые. И вот эти добрые и искренние, льющиеся соловьиной песни голоса. Именно для этого существует наша рубрика. Некрасивый цвет был, но сама по себе машина баклажановый? Была... Нет, какой-то чуть-чуть бежевый. А, вижу, уже появились на экране счастливые Марина, лица. Никита, ведущий утреннего канала. Доброе утро! Привет. Здравствуйте! Привет, ребята, привет, ребята. А, давайте очень быстро сейчас сразу поговорим о том, какой сегодня день изобретения новых привычек отмечается. Четверг. Сегодня. В четверг, конечно. Спасибо. День изобретения новых привычек. Знаете ли вы о том, что, оказывается, для выработки привычки, полезной привычки, требуется в среднем 66 дней? А я читал, что 21. А вот и мит. А вот и неправда. За 21 день ничего не случится, это ничего не получится. Это только можно привыкнуть к питанию. Это за 20, даже к питанию. Я не хочу отвыкать. Даже к питанию невозможно привыкнуть. Поэтому, оказывается, ну для нас тоже это было настоящим откровением, 66 дней в среднем для того, чтобы у человека выработалась это полезная много. Привычка. Ну, слушай, за это время перестраивается нормальный организм, привыкает мозг к этому, ко всему, и человек начинает вырабатывать в себе полезные привычки. Паша, это на тебя готовит к чему-то, имею в виду. Нет, ребят, это я вас на самом деле. Я боюсь уже теперь. Это я на самом деле. Сюда приходить. Вас готовлю. Хочу выяснить сегодня, вот, Никита, у тебя, конкретно у тебя хочу спросить, от какой привычки ты хотел бы избавиться, а какую новую привычку ты хотел бы приобрести? Я бы хотел избавиться от привычки вот так делать. Щелкать пальцами. Так. Вот так. Хотя, вот так, как выяснилось, это не очень вредно на самом деле. Не вредно. Ой, выходит значит, пузырьки будем воздуха, на самом деле, но людей бесит. Так. А приобрести я бы хотел... Ни разу не видел. Ну да, две привычки. Это делать зарядку все-таки каждое утро, а не... Так, не рандомно. Никто тебе сейчас не верит, что ты хочешь приобрести эту привычку. Хочу, это нужно и полезно, особенно в моем возрасте. И второе, я хочу научиться наконец-то завтракать по утрам, как все белые люди. Ты молодец, ты умничка. Вот. Ты подслушал мои, что ли, вот это вот желание и привычки? Не знаю, половина я моих. По утрам, потому что мне иногда просто нечего, а не потому что я не могу. Никитка, ну мне жалко, конечно, тебя. Марин. По тебе не скажешь, что ты не завтракаешь. Я ужинаю. Что я могу сказать? На мои привычки все идеальны. Я не хотела бы ничего менять. Поэтому, ну что, добавить нечего. Не избавляться ни от каких не хотела бы, не приобретать. Вот, честно, вот сейчас, пока Никита рассуждал, я думала, вот не могу сказать, что я хотела бы от чего-то избавиться. Ты посмотри, какая, посмотри, да? Посмотри, вся идеальная. Вот как посмотришь на нее, Ива, это эталон, понимаешь? Вот эталон человек, привычек. Человек, с которого просто стоит писать портрет идеального человека. Да, ребят, как у вас? Слушайте, про неполезные привычки. Я хочу избавиться от привычки все время лежать на диване. Это вот прям... Во время эфира. Да. Во время... Здесь, кстати, есть диван, если вдруг никто не знал. Мы забежим. И да, и я хочу приобрести привычку, в конце концов, завтракать по утрам, потому вот. Что это действительно полезная и нужная, и правильная привычка, потому что если вдруг кто не знал, да, не голодный человек, это такой злой притягиватель... Человек. Нет, это голодный человек. Это притягиватель к себе всяческих нехороших болезней. Поэтому, выходя из дома, нужно хотя бы немножечко что-нибудь поесть. Паша, быстро должен. Я завтракаю по утрам, поэтому я не хочу избавляться от всякой ерунды. Я хочу приобрести привычку делать зарядку. Мне это нравится. Ты избавляться не от чего. Так, рассажу. Вредных у меня не осталось привычек. Вот. О, это посмотрите. Без нас можно иконы писать. Собрались люди. Где люди? Конечно. Где нам собраться вместе, чтобы нам написали портрет? Сидите там все идеальные. Ребят, хорошего вам эфира. Пока. Хорошего эфира. Пока-пока.